Друзья, всем большой привет! Меня зовут Наталья, я очень рада вас приветствовать на своем канале о вязании. Сегодня будем вязать с вами вот такой свитшот для девочки, для дочери. Я связала на рост 122 на 7 лет. Давайте сразу по пряже. Вязала из пряжи. Так, фисташковая, это дробь с мерины Extra Fine. А здесь это итальянская мериносовая шерсть, здесь номер цвета 26, а в 50 граммах 105 метров. А получается, этой пряжи у меня ушло 130 грамм, вот фисташкового цвета 130 грамм. Вот такие вот вставочки я делала. Так, и вторая пряжа, это от Пихорки Crossbred Бразилии, номер цвета 01 белый. В 100 граммах 500 метров, 50% шерсть мериносовая, 50% акрил. Этой пряжи ушло 180 грамм. То есть всего у меня ушло 310 грамм вот на это изделие. Crossbred Бразилия вязала в 2 ниточки. Мерина Extra Fine вязала в одну нить. Пряжу для данного мастер-класса мне предоставил интернет-магазин Мир Вышивки. Я вам оставлю всю важную информацию нужную по данному интернет-магазину внизу в инфобоксе под видео. Нажимаете еще, и будет вся информация, где можно приобрести данную пряжу. Итак, вот такой свитшот у меня получился. Давайте по размерам сейчас пробежимся. А в ширину он у меня получился. Так, смотрим. Ширина 37 сантиметров. Не помню, в мастер-классе сказала или нет. Вот эта высота от подреза до резинки. Давайте сейчас на всякий случай проговорю. Вдруг забыла там. Так, где-то 27 сантиметров, а с резинкой получается 31. Вот эта вот высота. Запомните, если что. Потому что не помню. Возможно, забыла проговорить этот момент. Остальные все моменты в мастер-классе есть. Регланные линии. Все по петлям. Все рассказываю. Ширину рукавчика, наверное, не называла. Вдруг кому-то эта информация нужна. Так, 13,5 сантиметров. Вот такие рукавчики. Вставочки делала вот такие. На мой взгляд, очень красивые получились. Что-то такое зимнее они мне напоминают. Вот. Такая красота. Все подробно показала, как провязать. Как здесь такой небольшой жаккардик идет. Я тоже вставочку сделала. Показала, как я провязываю. Как бы удобно и легко. Поочередно, да, петли разным цветом тоже в мастер-классе будет. Также здесь у нас идет после вот горловинку, ну, как обычно, да, в свитшотах кулиска идет здесь со шнурочком. Здесь я решила сделать поперечную лицевую. Она, во-первых, стабилизирует немножко вот это место, и сама горловинка не сползает вот так на плечики, какая-то вот стабильность есть, поэтому решила сделать вот такую поперечную лицевую. Ну и смотрится симпатично, как бы отделяет, получается, горловинку от основного полотна. Ну, по спицам и все остальное, в принципе, есть в мастер-классе. Там подробно я все вам расскажу. Если вам понравилась такая модель, давайте переходить уже к расчетам и начнем вязать. Давайте сначала пройдемся по расчетам. Итак, я уже вам сказала, да, пряжу, сказала вес, все это я вот себе отметила. Что нам нужно связать? Для начала нам нужно связать образец. Вяжем образец просто лицевой гладью. На спицах номер 3. Образец, когда у вас готов, вы его обязательно постираете. После того, как он высох, измеряете, сколько получается у вас петель в 10 сантиметрах. У меня получилось 20 петель, соответственно, в 1 сантиметре 2 петли. Мы нашли плотность вязания. Горловинку я буду вязать на спицах номер 3, как уже сказала. Вот мы образец с вами вязали. А уже основное полотно будет вязаться на спицах номер 3,5.
Теперь, как определить петли, да, сколько нам нужно набрать на горловинку? Я примерно прикинула по образцу, чтобы и голова у ребенка проходила, и в то же время, чтобы сама горловинка была более-менее такая приближенная, да, к горлу, как бы сильно не топорщилась, все-таки это должно быть теплое изделие, горлышко должно быть закрыто. Я примерно прикинула, что мне нужно 40 сантиметров взять. Умножаю 40 сантиметров на плотность вязания, получаю 80 петель, я буду набирать на горловинку. Сначала мы с вами провяжем кулиску, то есть это вот сам заворотик, куда будет вставляться шнурок. Высота кулиски примерно 3,5-4 сантиметра. Сейчас в процессе вязания посмотрим. Общая высота горловинки будет где-то 10,5, может быть 11, тоже посмотрю в процессе вязания. Это все будете в мастер-классе смотреть. Теперь сразу я решила распределить петли на реглан, чтобы уже потом нам не возвращаться к этому моменту. Вот она наша горловинка. Начало вязания у меня всегда вот здесь, я уже так привыкла. То есть вот это идет спинка, два рукава и перед. И начинаю я вязать перед регланной линией, которая идет на спинку. Вот. Так, на регланной линии я пустила по 2 петли. Сразу смотрим 80 наших петель. Мы отнимаем 8 петель регланных линий. 72 петли остается. И вот эти петли делим на 3. То есть это на спинку, перед и 2 рукава, на 3 части. Получается по 24 петли. Но... На рукава тогда пойдет у нас по 12 петель. Я всегда делаю на рукава меньше петель. Вот исходя из цифр, которые у меня получаются, допустим, 12 получилось, петли на 3 меньше точно делаю, чтобы не получались широкие довольно рукава после того, как мы будем прибавки делать на регланных линиях. Так, значит, я опустила по 9 петель. 72 отняла 18, 2 рукава, получила 54. Эти петли у нас остались на перед и спинку. Разделила на 2, получила по 27 петель. Вот они. Дальше мы будем вывязывать обязательно росточек. Росток я буду в этой модели вывязывать только вот по рукавам и спинке. Да? Перед я здесь брать не буду в этой модели. 9 петель я поделила следующим образом. 2, 2, 2, 2 и 1 петли. То есть здесь у нас идут 4 разворота. 1, 2, 3, 4. Мы вот эти вот 4 разворота должны отнять от спинки. Получаем 23 петли, но прибавить к переду. Получаем 31 петлю. Почему? После того, как у нас будет вывязан весь росточек, вот, у нас добавятся здесь петли. И чтобы нам уравнять спинку с передом, мы делаем вот такую манипуляцию. Так, надеюсь, этот момент понятен. По расчетам, в принципе, это все. Сейчас мы берем спицы номер 3. Также приготовьте бросовую нить любую. Будем набирать петли и вывязывать сначала вот эту кулиску, заворотик. Бросовую нить желательно взять приближенную по метражу к основной нашей пряже. Да? Так, и я сейчас буду набирать 80 петель на бросовую нить обычным набором на одну спицу. Вот так буду набирать 80 петель. Набрала 80 петель, берем нашу основную ниточку и начинаем вязать первый ряд просто лицевыми петлями. Вот сразу с первой петли провязываем лицевыми. Со следующего ряда мы замкнем вязание в круг и будем уже вязать по кругу. Спицы я взяла укороченные 40 сантиметров. Мне на них будет удобнее вязать по кругу и дальше вывязывать реглан также. Все, провязываю этот ряд просто лицевыми петлями. Провязали первый ряд. Я поправила все петли, чтобы ничего не было перекрученным у нас. Вот, сдвигаю на края. И начинаю вязать по кругу, замыкаю в круг. Так, здесь сразу я беру маркерочек, начало моего вязания.
и просто лицевыми петлями начинаю вязать по кругу. И таким образом я буду вывязывать окулиску примерно 3,5-4 сантиметра. Все, вяжу по кругу просто лицевой гладью. Я провязала высоту, у меня получилось где-то 3,8 сантиметра. Ну, в принципе, будет достаточно вот для кулиски. Потом она вот так вот у нас сошьется сейчас. Так, теперь что нам нужно сделать? Нам нужно вот эти петли с дополнительной нити распустить и переодеть на другие спицы. Аккуратненько тут, чтобы ни одну петлю не потерять. Аккуратно распускаем. И будем переодевать. Так, вот я взяла вторые спицы и буду сейчас переодевать. Вот таким образом потихонечку все петли нужно будет переодеть. Так, делаем это самостоятельно, переодеваем. Петли все переодела. Вот эти первые петли спереди, вот здесь у меня, это сбросовые нити и наши рабочие. Теперь я вот так туда-назад загибаю петельки. Вот она, рабочая нить у нас сзади. И нам нужно будет провязывать по 2 петли сразу. То есть, смотрите, захватываем здесь петлю и здесь петлю. И лицевой аккуратненько 2 вместе провязываем. Так, лучше не снимать. Вот. Сейчас еще раз. Вот, захватила здесь петлю и здесь петлю. И вместе провязываю. Немножко можно подтягивать. 2 петли снимаем. Снова здесь захватила, здесь провязываем, 2 петли снимаем. И так нам нужно провязать все петли. Мы сошьем нашу кулиску. И вот уже видно, да, получается у нас, вот мы сшиваем кулиску, вот она у нас двойная идет. Так, сшиваем до конца. И дальше вяжем просто по кругу, повесим здесь маркер и просто по кругу я буду вывязывать общую высоту где-то 10,5-11 сантиметров. Вот вместе с кулиской общая высота. Лицевой гладью также будем продолжать вязать. Когда будет готов воротник, я подключусь. Провязала горловинку. Вот что у нас получается. У меня получилось 10,5 сантиметров общая высота. Теперь я решила провязать один ряд лицевой поперечный. Вы можете вязать такой ряд, можете нет, можно сразу начать вывязывать росточек. Я решила провязать и как бы для красоты, для эстетики, то есть будет визуально отделяться горловинка от реглана. Это во-первых. Во-вторых, вот эта поперечная горизонтальная лицевая, она немножко вот это место стабилизирует, и горловина не так сильно потом на плечики сползает. Итак, как она вяжется? Сейчас будет ссылочка в правом верхнем углу на подробный мастер-класс по такой поперечной лицевой. Вдруг сейчас что-то не поймете. Так, что мы делаем? Мы провязываем 2 лицевые петли. Дальше нам нужно их перекрестить. Вводим левую спицу во вторую петлю, а первую придерживаем. И правую спицу из 2 петель вытягиваем. И вводим сзади в первую петлю. Вот, мы их перекрестили. И вот эту петлю провязываем лицевой развернутый, не перекрещивайте. Теперь повторяем следующие манипуляции. 1 лицевая. И перекрещиваем. Ввели во вторую петлю левую спицу, вытянула правую из 2 петель, в первую вставила, перекрестили, петлю провязала. Вот таким образом, вот она у нас пошла уже поперечная лицевая. Я сейчас пройду ряд по кругу и будем вывязывать с вами росточек. Итак, провязала все петли и смотрите, теперь если мы начнем сразу дальше вот здесь вязать, вывязывать реглан, да, вот эту петлю, у нас получится здесь отверстие не очень красивое. Что я обычно делаю?
Вот у нас есть вот такая вот как бы стеночка от одной петли, да? Вот здесь она вот так выглядит. Я ее поднимаю вот сюда и со следующей петлей вместе провязываю лицевой, подтягиваю. И это место тогда более-менее получается аккуратным. То есть мы просто сместились на одну петлю и все. Теперь будем вывязывать реглан. Сейчас будем распределять маркеры, соответственно, как по схеме я вам объясняла. То есть вот здесь у нас идет начало вязания перед регланной линией на спинку. И вот так вот будем сейчас распределять. Смотрите, беру маркер. На регланной линии мы договорились, по 2 петли пускаем. Вот они, первые 2 петли. Я их пропускаю и повесила маркер. Дальше у нас 23 петли идут спинки. Отсчитываю 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. Беру следующий маркер. Повесила. Через 2 петли, это регланная линия, следующий. И так далее по схеме. Распределила все маркеры и начинаем вязать. Прибавки будем делать в каждом лицевом ряду. В изнаночном ряду будем провязывать просто петли изнаночными. То есть будем вязать поворотным вязанием. Давайте по схеме еще раз быстренько объясню принцип сам. То есть мы вот отсюда начинаем вязать, делаем прибавку на регланной линии, провязываем 2 лицевые петли, снова прибавка на регланной линии. Провязываем петли спинки, делаем прибавку, 2 петли регланной линии, делаем прибавку и захватываем первые 2 петли на рукаве. Здесь разворачиваемся, вяжем изнаночными петлями, без прибавок, просто изнаночными, захватывая вот с этой стороны 2 петли. Снова разворачиваемся с прибавками. На регланных линиях вяжем, да, в этом направлении. Здесь 2 петли захватываем. Разворачиваемся по изнанке, здесь 2. И вот такими вот полукруговыми рядами вяжем. Смотрите, девочки, я сейчас решила провязать один установочный ряд, поскольку здесь не совсем удобно сейчас будет нам делать прибавки на регланных линиях из-за того, что мы вязали здесь поперечную лицевую. И в этом ряду я перейду на спицы номер 3,5. То есть я просто один ряд сейчас провязываю лицевыми. Маркеры все буду просто перебрасывать. И так будет удобнее. Так. Вот, все, пошла вязать просто лицевыми петлями. Перешла на 3,5 спицы и теперь начинаем вывязывать реглан. Так, давайте покажу, как делаются прибавки на регланных линиях. До регланной линии прибавка делается, вот здесь у нас идет протяжка, вот она, мы ее спереди поддеваем, одеваем на левую спицу и лицевой петлей за переднюю стенку, вот так скрещенной, провязываем. Сделали прибавку. Так, здесь мне нужно повесить маркер. 2 петли лицевыми, петли регланной линии. После маркера протяжку мы поддеваем вот так сзади. Одеваем на левую спицу и за заднюю стенку лицевой скрещенной провязываем. Все, прибавки сделали. Дальше у нас идут петли спинки. Все петли вяжем лицевыми. До следующей регланной линии. Здесь снова делаем прибавки. Спереди поддеваем протяжку, одеваем на левую спицу, лицевой скрещенный, за переднюю стенку провязываем. 2 лицевые, регланная линия. Поддеваем протяжку сзади, одеваем на левую спицу, за заднюю стенку лицевой скрещенный провязываем. И захватываем первые 2 петли с рукава. Разворачиваемся. Делаем накид. И в обратном направлении вяжем все петли изнаночными. Петли регланных линий. Все у нас идут изнаночными. Провязываем петли спинки, петли регланной линии. И вот здесь встретимся. Провязала петли регланной линии. Дальше изнаночная. Это у нас петля была прибавка. И 2 петли мы захватываем с рукава, со второго. Разворачиваемся на лицо. Делаем накид и вяжем по лицевой стороне все петли лицевыми,
делая прибавки на двух регланных линиях, как я вам показывала. Таким образом, довязываем до рукавчика и захватываем там следующую группу петель из двух петель. Вот я сейчас спинку провяжу, сделаю две прибавки вот здесь и подключусь. Дошла до рукава, сделала прибавку после регланной линии. Дальше мы вяжем все петли лицевыми. И вот здесь, смотрите, вот он накид, и дальше идет лицевая петля. То есть нам нужно провязать накид вот с этой лицевой петлей, одной петлей вместе, и следующую. Мы две петли еще захватим. Как мы тут поступаем? Мы поддеваем вот так лицевую петлю, снимаем вместе с накидом со спицы, одеваем сначала накид, потом лицевую петлю поверх накида развернутой. И вместе провязываем лицевой. И вот это место у нас будет аккуратным. И еще одна петля. Все, вот у нас все аккуратненько здесь будет. Так поступаем с лицевой стороны. Делаем накид, вяжем все петли изнаночными в обратном направлении. Также доходим до рукава. Дошла по изнанке до рукава. Здесь нам также нужно захватить следующие две петли. Вяжу изнаночными петлями, дохожу до накида. Вот он накид. Нам нужно провязать со следующей петлей изнаночной и еще одну петлю захватить. Нить перед работой. Ввожу правую спицу сзади в лицевую петлю. Снимаю вместе с накидом. Одеваю накид и одеваю лицевую петлю, чтобы она у нас была вот здесь, вот, развернутая, не скрещенная. И с накидом вместе провязываю. И еще одна петля. Так с изнанки поступаем. Разворачиваемся и продолжаем так делать. Смотрите. Так, то есть мы захватили 2 петли и 2 петли. Сейчас мы вот здесь с вами находимся. Также 2 и 2 мы захватили. Пойдем вязать по лицевой стороне, делая прибавки на регланных линиях. Захватываем следующие 2 петли. Здесь 2 петли. Потом здесь снова 2 петли. И вот в этом месте я вам покажу, как нужно провязать. Я вывязала, получается, весь росток. Вот последний разворот я сделала. 2 петли здесь захватила по лицевой стороне и по изнанке 2. И вот здесь я сейчас остановилась. У меня по одной петле на рукавах осталось. Так, вот сейчас покажу. Вот, получается, я развернулась. Вот на одном рукаве одна петля осталась. Здесь у меня спинка. И на втором одна петля осталась. Теперь мы переходим просто на круговое вязание и будем вывязывать реглан. То есть делаем здесь также сейчас накид. И пошли вязать по кругу теперь уже. Вязать буду все лицевыми петлями, делая прибавки на всех 4 регланных линиях. Прибавки будем делать теперь через ряд. То есть сейчас вот в этом ряду мы делаем прибавки. Следующий ряд мы провязываем все петли просто лицевыми. Потом снова прибавка, снова лицевыми. Я провяжу определенное количество сантиметров по регланной линии и скажу, когда нужно будет делать прибавки. Наверное, в каждом третьем ряду мы будем там дальше делать, но это чуть позже я вам все объясню, покажу. Все, сейчас пошла вязать по кругу, то есть провязываю спинку, рукав. Здесь у нас также идет накид и одна петля. Мы их вместе провязываем, как провязывали. Делаем прибавки на регланной линии. Это у нас перед. Также здесь идет прибавка. Петли переда провязываем. Регланную линию. Провязываем петли рукава. Здесь вот единственное у нас, смотрите, получается накид слева от лицевой петли. Я просто провязываю вот эти две петли вместе лицевой в этом месте. Не меняю местами, да, петли, как я вам показывала. Просто 2 вместе лицевой. И довязываем вот до сюда. Так, начало ряда будет у меня, получается,
Ну, наверное, так я и оставлю. Вот здесь, вот где желтый маркерочек, где я вам показывала, да, начинала вязать. Вот, перед регланной линией на спинку. Здесь начало ряда я так и оставлю. И все, мы вяжем по кругу через ряд, делая прибавки на регланных линиях. Итак, смотрите, я полностью вывязала реглан. Сейчас вам все подробно расскажу, что здесь я делала. А как уже сказала, я делала прибавки на всех регланных линиях, дальше пошла вязать в каждом втором ряду. А провязав, вот у меня закончился первый моточек здесь практически, дробь с мерина. Я видела, что у меня уже чуть-чуть остается, я ввела другую нить. Вы здесь, смотрите, можете вязать однотонный, либо вы вяжете, также комбинируете разными полосками. Тут уже полностью на ваш вкус. А я ввела ниточку кроссбред Бразилии. Получается, дробь с мерина в одну ниточку вяжу. Эти сразу вот с двух моточков в две. И плотность у меня получается ну, практически все одинаковое. Все, вообще все хорошо подошло в две нити, когда я взяла кроссбред Бразилии. Так, провязала два ряда белым, один ряд зеленым, и дальше пошла вязать белым по регланной линии. 11 сантиметров по передней части, вот именно по переду мы смотрим. Я делала прибавки, продолжала в каждом втором ряду на всех регланных линиях, перед, спинка и рукава. После 11 сантиметров я стала делать прибавки на перед и спинку. Также я продолжала в каждом втором ряду, а на рукавчиках в каждом четвертом. То есть 3 ряда провяжу, в следующем делаю прибавку. 3 ряда провяжу, делаю прибавки. Чтобы рукава не оказались слишком широкими, я обычно так делаю. То есть после 11 сантиметров начала таким образом делать прибавки. И всего регланная линия по передней части у меня получилась 16 сантиметров. Это на наш возраст нормально. А по таблицам идет обычно 17, но я вяжу, как правило, 16-16,5. Так, как еще можно ориентироваться по прибавкам? Смотрите, я не переодела на другие спицы, но сейчас попробую объяснить. А берете изделие, джемперочек, кофточку, которую носит ваш ребенок, и измеряете ширину вот здесь, вот где подрезики, да, ширину измеряете, сколько сантиметров. И смотрите у себя, вот вывязали 16 сантиметров, сделали прибавки, смотрите, сколько у вас здесь ширина получается, и плюс еще примерно где-то прибавляете сантиметра 3-4 даже, может быть, это на подрезы. К этой ширине, потому что мы сделаем сейчас подрезы, и у нас ширина добавится. Если вы видите, что все у вас достаточно будет ширины нормально, дальше прибавки делать не нужно. Все, у меня реглан вывязан. Дальше, что здесь еще я сделала? Тут тоже я фантазировала, я тут провязала ряд зелененьким, потом один ряд вязала петля белым, петля зеленым цветом, белым, зеленым, чередовала, да, через одну, потом один ряд белым цветом, и вот здесь я хотела еще ряд пустить, также чередовать вот белым, зеленым, чтобы заборчик такой получился. Я просто здесь забыла этот момент. Вы можете вот такой как бы узор пустить, если захотите, можете не пускать, просто вязать полосы. Тут, опять же, я говорю, как вам больше понравится. Теперь перешла на фисташковый уже цвет. Реглан у меня вывязан. Будем отсоединять сейчас рукава и присоединять перед к спинке. По поводу жаккарда. Я, помните, вам рассказывала, что хотела сделать здесь заборчик белый. То есть один ряд вязала белый цвет, фисташковый, белый фисташковый, потом ряд белым. И по низу должна была повторить также под белым белый, под фисташками фисташкой. Получился бы такой заборчик. Но я забыла вот этот ряд провязать. Пошла сразу вязать фисташковым дальше вот эту часть. И я решила по низу, вот здесь чуть ниже, через 4 ряда, повторить этот узор, но уже в зеркальном отражении. То есть ряд белый и ряд как раз вот
одна петля белая, одна фисташковая. Мне кажется, получился очень красивый эффект, и я, в принципе, вышла из положения. Все хорошо, вот такая вот вставочка у меня получилась. И был вопрос, как я провязываю жаккард. То есть вот эти вот петли, да, меняю. Одна петля белая, одна фисташковая. Здесь вот я через определенное расстояние также сделала такую же полосу, поскольку у меня фисташкового цвета немного. И приходится как-то мне выкручиваться, комбинировать. Хочу показать вам, как я вяжу вот как раз сейчас в видео жаккард. Вообще, в принципе, жаккард я вяжу очень редко, крайне редко, где я его использую в своих изделиях. Но бывают вот какие-то такие полосы у меня провязываются. Иногда мне хочется что-то такого, не просто полосками вязать, да, а что-то вот такое вот более интересное. И я вот как раз в этом изделии решила так поступить. Итак, смотрите, у меня получается идет одна фисташковая нить и две белые, как я вам уже сказала. Я их чередую. Есть наперстки для вязания жаккарда, они облегчают вязание, но я, поскольку, как уже сказала, вяжу его крайне редко, я пользуюсь обычным, стандартным своим способом, как привыкла. Я думаю, что многие так вяжут, но вот, видимо, кто совершенно еще не касался этой темы, да, не пробовал, не знают, как правильно провязывать, чтобы было с изнаночной стороны все аккуратненько. Вот так у меня здесь все получается. Вот такие идут минимальные протяжечки, полотно абсолютно не стянутое, все хорошо. Смотрите, я, как обычно, захватываю нить, вот на указательный палец две ниточки. Справа у меня идет зелененькая фисташковая, слева две белые. И вот эти ниточки придерживаю пальцами. Все. Сделала вот такой захват. Дальше, смотрите, белая петля у меня провязана, нужно провязать фисташковую. Я вот так сверху поддеваю ниточку фисташковую и провязываю. Теперь мне нужно провязать белый цвет. Ввожу спицу и под фисташковый снизу захватываю белую ниточку. Всегда делаю одинаковые манипуляции. Сверху захватываю фисташковую, под ней снизу белую. И тогда у нас ниточки не перекручиваются, красивые протяжки получаются, все аккуратно. Вот, снова мне нужно подхватить фисташковую. Вот я ее сверху подхватываю. Теперь белый цвет. Снизу под фисташковый белый цвет. Сильно стараюсь не стягивать вязание, и тогда все хорошо, все аккуратно получается. Вот снова у меня идет фисташковая и снизу белая. Вот таким образом я вяжу жаккард. Для этого приготовьте крючок, две дополнительные нити и начинаем вязать. Так. На регланных линиях у нас, как мы помним, по 2 петли идут. Одна петля будет у нас относиться. Допустим, вот у меня спинка и рукав. Одна петля будет у меня к спинке уходить, другая к рукаву. Но сейчас покажу, так здесь довяжу до начала ряда. Вот оно мое начало ряда. То есть я сейчас здесь вот эту петлю одну от регланной линии на рукав перебросила. А можно повесить здесь сейчас маркер, чтобы нам не забыть, что эта петля у нас ушла сюда. А сейчас я просто провяжу вот одна регланная линия. У меня теперь это пойдет к спинке. Маркер здесь я этот могу убрать уже. У нас получается этот маркер разделил рукав и спинку. Сейчас я все петли спинки провяжу просто лицевыми. Дойду до следующей регланной линии. Там также одна петля у меня пойдет сюда на спинку, вторая на рукав. И начнем там отсоединять первый рукавчик. Вот, довязала спинку, маркер убираю. Одна петля регланной линии идет на спинку. Дальше у нас идет рукав первый, который мы будем отсоединять. Берем крючок и дополнительную нить. Переодеваем на дополнительную нить, получается, вторую петлю регланной линии. Она у нас пойдет на рукав. Маркер убираю. И теперь все петли рукава я буду снимать при помощи крючка вот сюда на дополнительную ниточку.
Таким образом я сниму все петли рукава и одну петлю от регланной линии, которая у нас будет идти после рукавчика. Вот так переодеваем все петли. Вот переодела все петли рукава и одну петлю от регланной линии переодеваю. Вторая у нас пойдет наперед. Так, теперь вот эти вот ниточки нужно связать. Все, рукавчик мы отсоединили. Дальше нам нужно набрать петли на подрез. На подрезы я решила пустить по 5 петель. Набираю вот таким образом, не затягивая сильно. 1, 2, 3, 4, 5. Набрали петли на подрез и присоединяем теперь мы спинку к переду. Провязываем петлю регланной линии, вторую маркер убираем. Дальше у нас идет петли переда. Мы их провязываем все лицевыми до следующей регланной линии. Там также мы одну петлю захватываем наперед, одну на рукавчик. Довязываю петли переда, захватываю одну петлю регланной линии. Все. И второй рукав нам нужно также с вами переодеть. Переодела петли второго рукава. Дальше не забываем набирать петли на подрез, также 5 петель здесь. 1, 2, 3, 4, 5. И присоединяем перед к спинке. Я здесь обычно провязываю пару петель, вот так. Дальше вешаю маркер и тут делаю начало ряда. Все, мы отсоединили рукава, присоединили перед к спинке. Так, сейчас все вам покажу наглядно. Вот так у нас все это получилось. Вот они, рукавчики отсоединенные, подрезы сделанные. И мы замкнули вязание в круг, соединили перед со спинкой. То есть теперь я буду вывязывать просто по кругу тело свитшота вниз до резинки. Буду делать кое-где также узоры, вставки. Потом вам уже перед резиночкой подключусь и покажу, что у меня получилось и сколько я провязала. Итак, у меня вывязано уже полностью тело. Сейчас все вам буду рассказывать. Вот, что у меня получается. То есть мы с вами остановились, когда отсоединяли рукавчики. Что я дальше сделала? Вот такой узор у меня получается. Я вам показала, как провязываю вот этот жаккард, да. Дальше я белым цветом провязывала 21 ряд, потом снова вот эта вставка, 21 ряд, вставка, и тут белым довязала. Тут смотрите по высоте вашего свитшота, сколько вам нужно на ребенка связать. У меня всего получилось, сейчас я вам скажу, до резиночки от подреза, если брать. Так, у меня вышло 27 сантиметров до резинки. Вот это высота. Ну, здесь, надеюсь, все понятно. Никаких убавок я не делала. Просто вниз по прямой вязала белым цветом, вставляя вот эти вот вставочки. Так, и по низу у меня, так, если будет еще интересовать, белым цветом получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов белым цветом до резинки. А дальше по низу я перешла на резинку сразу после белого цвета, не убавляя петли, и сразу перешла на номер 3. То есть просто перешла на тройку и стала вязать резинку 1 на 1. Вот, провязала таким образом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядов резиночки. Это у меня получилось по высоте 4 сантиметра, то есть получается 27 до резинки и 4 резиночка. 31 сантиметр у меня вот эта вот часть получилась. Так, дальше закрывала низ иголочкой. Все, смотрите, как аккуратно и симпатично смотрится.
А сейчас будет ссылка на очень подробный мастер-класс у меня на канале «Как закрыть петли иглой». Вы можете закрыть здесь петли любым способом, который вам нравится. Если хотите так же, как я, пройдите по мастер-классу, в мастер-класс, точнее, по ссылочке, и можете закрыть также. Я уже здесь не стала повторяться, показывать, как закрывать. А теперь, когда было вывязано полностью тело, я перешла к рукавчику. Один у меня уже связан, второй будем сейчас вязать с вами вместе. Вот он, рукавчик. А будем сейчас поднимать петли. Вот здесь этот момент я все вам покажу. Берем спицы номер 3,5. И будем поднимать петли с середины подреза. А мы тут вспоминаем, закончили фисташковым цветом. И мы сейчас и будем продолжать. А вот посередине подреза я присоединяю ниточку. Так, взяла большой крючок, девочки. Сейчас здесь присоединю ниточку. И начнем поднимать петли. Привязываю. Все. Вот она, середина подреза. И тут начинаем сейчас мы спицами поднимать петли. Как будем поднимать? Вот она идет цепочка. Мы будем поднимать петлю не за вот эту крайнюю петлю, иначе у нас здесь вытянутся все петли, а под ней идет лицевая дорожка. И будем брать вот одну дужку от лицевой дорожки. Любую. Можно за правую, можно за левую. Тут без разницы. Подняла, вот видите, вот так, одну петлю. Теперь следующую, вторую, третью. И здесь у нас вот этот промежуток, здесь главное аккуратно поднять дальше петли. Вот, смотрим, четвертую, пятую, чтобы не было дырочек вот здесь. И шестую. Тут я потом вот в этом месте в первом ряду 2 петли сокращу, то есть 2 вместе провяжу. И дальше переодеваю все петли с дополнительной нити на спицы. На первом рукавчике у меня получилось всего 58 петель. 2 петли мы сократим, в итоге будет всего 56 на рукав. Все, теперь вот так по кругу поднимаем петли и встречаемся. Подняла 58 петель, вот. И начинаю вязать фисташковым цветом. Так, раз, два, три, четыре. Вот, у меня здесь есть такой промежуточек. Я сейчас провяжу 2 петли вместе. Разверну 2 петли, чтобы провязать с наклоном влево. И просто 2 провяжу, сокращу. И дальше пойду вязать просто лицевыми петлями по кругу. И со второй стороны тоже, смотрите, у вас вот как там идет, где промежуток есть, некрасивый, да, получается. Вот, допустим, 2 петли с обратной стороны. Я их также провяжу 2 вместе с наклоном влево. Можно с наклоном вправо, в принципе, провязать. И так вяжем по кругу. Рукавчик я нигде ничего не убавляла. Вязала просто по прямой. Вот мы сейчас на прямое вязание выйдем, когда 2 петли сократим. И будем такой же узор вывязывать, как по переду. Также здесь 21 ряд у меня промежутки. Все то же самое. Так, что здесь у меня сколько получилось? Вот после узора один отсек я провязала 21 ряд, снова узор, второй 21 ряд, узор и третий 21 ряд. По длине тоже смотрите по вашему ребенку. У меня получилось от подреза по внутренней части, если брать, сейчас вам примерно скажу, где-то 28 сантиметров до манжета у меня получилось примерно. Вот это вот высота. Вот. Ну и плюс манжетик. Манжет потом вместе с вами свяжем. Сейчас вот по ровной вывязываете просто рукав. Такую длину, которую вам надо. Если нужно покороче, просто вот здесь в конце меньше рядов провязываете белым цветом. Вот. И встречаемся уже на манжете. Довязала рукавчик второй до манжета. Вот. Теперь будем вязать манжет. Смотрите,
Так, сейчас у меня здесь на рукаве всего 56 петель. Мне нужно 38. А как я это получила? Можете взять резиночку, которая по низу у нас идет, и примерить вокруг ручки ребенка, посмотреть, посчитать, вот сколько петель вам нужно на вашего ребенка, на ваш возраст. Я так примерно прикинула, у меня получилось, вот она хорошая резиночка, отлично тянется. 38 петель, то есть получается 18 петель мне нужно убавить. И сразу я буду уже переходить на спицы номер 3 и сразу буду вязать резинку. То есть давайте вместе начнем. Так, и резиночка у меня будет связана фисташковым цветом. То есть прям с первой петли буду начинать. Спицы номер 3. Фисташковый цвет и резиночка. Провязываю одну лицевую. Так. Одна лицевая, две петли вместе изнаночной. Напоминаю, да, 18 петель нужно сократить. Одна лицевая, две петли вместе изнаночной. Так. И так далее. Вот примерно я прикинула, что нужно вот так мне здесь провязать резинку, чтобы мне выйти на 38 петель. Тут, по-моему, где-то в одном месте нужно будет сделать подряд 2 петли вместе. Ну, примерно можете тоже так посмотреть. Если у вас все так же, как у меня, вяжите лицевая 2 вместе изнаночной, и там просто потом в конце прикинете, считайте, сколько у вас петель. Все, провязала у меня 38 петель, и дальше я резиночкой буду вязать 14 рядов. Если хотите, можете сделать резиночку с отворотом. Допустим, вяжете для малыша, хотите, чтобы подольше поносил, можно сделать резинку с отворотом, связать подлиннее, примерно, ну, сантиметров 7 можно сделать, допустим, чтобы завернуть. Вот. И все, и закрыла по низу так же, как закрывала. Я вам этот способ оставляла, ссылочку, как закрыть. Так, и нам осталось связать шнурок на горловинку. Сейчас я этим займусь. Все у меня готово. Я довязала 2 рукавчика вот полностью. Также связала здесь шнурочек по шнурку. Смотрите, я ставлю вам ссылочку. У меня есть очень подробный мастер-класс, как вязать вот такие шнурочки. Не стала уже здесь переснимать, показывать. Оставлю вам ссылочку, пройдите и свяжите. Так, и просто вдела его, да, сюда при помощи булавочки обычной. Просто вот сюда продела, вот в это место, которое в кулиску мы с вами делали. И все, готово. Вот такая вот красота у нас получилась. Все, на этом мастер-класс буду заканчивать. Огромное спасибо, кто повязал вместе со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Еще очень много всего интересного будем с вами вязать. Также подписывайтесь на канал на Яндекс.Дзен. Там выходят тоже очень часто разные мастер-классы и видео, которых нет на Ютубе, допустим, либо дублируются. По-разному бывает. Подписывайтесь тоже, пожалуйста, на тот канал, чтобы быть в курсе событий моих вязальных. Всем до новых встреч и пока-пока!